глазам своим не верю. Малганус! Не знаю, как тебе удалось спастись, но... Успокойтесь, принц Ардес. Меня зовут Тикондрус. Я повелитель ужаса, как и Малганус, но я не враг вам. Напротив, я пришел вас поздравить. Поздравить? Ты прекрасно справился с испытанием. Убил отца, отдал эти земли во власть тьмы. Короля мертвых радует твой энтузиазм. Да, все, чем я дорожил в своей жизни, я принес в жертву ему. И ничуть не жалею об этом. В моем сердце нет места для стыда и раскаяния. Рунный клинок, покоящийся в твоих ножнах, был выкован королем мертвых. И знаешь зачем? Чтобы поглощать души смертных. Твоя душа стала первой. Ну что ж, души мне не жаль. Я проживу и без нее. И что же от меня нужно королю? Тебе предстоит возродить культ проклятых. Среди черни скрывается множество последователей этого культа. Собери их, и я расскажу тебе, что делать дальше. Так, приветствую всех. Никто не смеет мне приказывать. Чего? Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Полегче. Приветствую вас, повелитель. Кел'Тузет предупредил нас о вашем появлении. Кел'Тузет? Как он узнал? Будьте осторожны. Если горожане увидят ваших слуг, они позовут стражу. И тогда нам не избежать боя. Нежить! Наконец-то! Ладно, я не ждал, что они на Артаса начнут орать. Фростморн жаждет крови! Во славу плети! Загляните на кладбище. Те, кто похоронен там, будут служить вам верой и правдой. Фростморн жаждет крови! Так, я не подождет пока что. Наконец-то! Склоняюсь вот перед вашей лучше. Волей. Наконец-то! Принц Артес, будь ты проклят, изменник! Отомстим за короля! Фростморн жаждет крови! Полегче! Вот так-то лучше. Ты увидишь все. Посмотрим. Тайное станет явным. Посмотрим. Я иду. Вот же запрятались, а. Тайное станет явным. Посмотрим. Я посмотрю. Ну что еще? Наконец-то! Фростморн жаждет крови! Нежить! Во славу плети! Наконец-то! Ясно, здесь у него выше никого нет. Вот так-то лучше! Что ты хочешь увидеть? Полегче! Во славу плети! Фростморн жаждет крови! Жизнь! Ты узнаешь, безумно. Что такое боль! Вот так-то лучше! Наконец-то! Фростморн жаждет крови! Как ты мог убить собственного отца? Ну что еще? Ты увидишь все. Никто не смеет мне приказывать. Что ты хочешь увидеть? Полегче! Жизнь мертвецы! Моя душа принадлежит мне!
Наконец-то! Фростморн жаждет крови! Вот так-то лучше! Во славу плети! Дела не ждут! Наконец-то! Тревога! Фростморн жаждет крови! Вот так-то лучше. Забыл их существование. Наконец-то! Фростморн жаждет крови. Ну и они о нашем, видимо, решили позабыть. Наконец-то! Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Я буду твоими глазами. Я иду. Посмотрим. Я иду. Посмотрим. Я посмотрю. Тайное станет явным. Замечательно. Говори, глупец. Наконец-то. Вот так-то лучше. Во славу плети! Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Наконец-то. Вот так-то лучше. Так, мы точно здесь все осмотрели. Во славу плети! Угу. Полегче! Угу. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Да что ж такое? Да иду. Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Чего? Полегче! Угу. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Наконец-то! Чего? Ну что еще? Да ё-моё. Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Да иду. Полегче. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Да. Наконец-то. Ты увидишь все. Посмотрим. Тайное станет явным. Поздно заметил отход. Посмотрим. Я иду. Тайное станет явным. Г-
Говори, глупец. Так, хватит развлекаться. Фростморн жаждет крови. Наконец! Они ждут. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Наконец-то! Илани ждут. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Я буду твоими глазами. Посмотрим. Я иду. Тайное станет явным. Я посмотрю. Посмотрим. Ну что еще? Наконец-то! Полегче! Фростморн жаждет крови! Повелитель, вся моя жизнь служение! Вот так-то лучше! Что ты хочешь увидеть? Ну что еще? Нам повезло. Здесь есть несколько свежих могил. Именем короля мертвых, восстань! Чего? Чего? Полегче. Ну что еще? Ты увидишь все. Тайное станет явным. Я иду. Посмотрим. Да уж. Я посмотрю. Да только не запихнулись. Тайное станет явным. Не понимаешь, что их приказ не отсвечивать? Я посмотрю. Но етить. Я иду. Я посмотрю. Посмотрим. Тайное станет явным. Полегче. Угу. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то! Фростморн жаждет крови! Смерть. Разбойники! Да иду! Спасайся, кто может! Ну что еще? Фростморн! А можно вы это, разбойников там порубите? Нет? Говори, глупец! Не, вы остальных выскочили, сразу нас напали. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Раньше, по крайней мере, сражались с крестьянами. Ну, точнее, с ополченцами. Ну что еще? И, по-моему, их было больше двух. Наконец-то! Жизнь за нервы. Фростморн жаждет крови. Наконец-то! Вот жизнь так-то лучше. За Нерзула. Во славу плети. Угу. Никто не смеет мне приказывать. Да иду. Полегче. Наконец-то. Фростморн жаждет крови. Бесполезное кольцо. Ну, почти. Ты узнаешь, что такое боль. Угу. Да иду. Никто не смеет мне приказывать. Вся моя жизнь полегче. Служение. Во славу плети. Дела не ждут. Наконец-то. Вот так-то лучше. Во славу плети. Угу. Ну что еще?
Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Наконец-то. Вот так-то лучше. Так, тень. Я буду твоими глазами. Я иду. Посмотрим. Никто не смеет ты мне приказывать. Все. Помогите! Жизнь. Ну что еще? Нежить вернулась! Что ты хочешь увидеть? Полегче! Фростморн жаждет крови. Ты сгоришь в аду. Я иду. Тайное станет явным. Ну что еще? Что ты хочешь увидеть? Посмотрим. Говори, глупец. Ты увидишь все. Дела не ждут. Полегче. Что ты хочешь увидеть? Я иду. Я посмотрю. Тайное станет явным. Я посмотрю. Тайное станет явным. Я посмотрю. Посмотрим. Тайное станет явным. Нельзя еще запомнить, кто из них где находится. Было, наверное, просто прекрасно. Ну что еще? Ласлава, я буду твоими глазами. Полегче. Наконец-то. Во славу плети. Вот так-то лучше. Ты узнаешь, что такое боль. Промахнулись. Ай, замечательно. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Во славу плети. Что ты хочешь увидеть? Никто не смеет мне приказывать. Чего? Ты увидишь все. Да иду. Полегче. Повелитель, Фростморн вся моя жизнь в служении. Говори, глупец. Стража! Мертвецы, поднялись жизнь из могил! Наконец-то! Тревога! За короля мертвых! Жить! Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Надо еле вопить. Я буду твоими глазами. Я посмотрю. Я иду. Тайное станет явным. Так, ну если где-то еще один и спрятан, то мы его не видим. Никто не смеет мне приказывать. Что ты хочешь? Помогите! Полегче! Нежить вернулась! Надоели. Будь ты проклят, нелюд! Не успел. Полегче! Чего? Говори, глупец. Наконец-то!
Полегче. Ты узнаешь, что такое боль. Никто не смеет мне приказывать. Клани ждут. Фростморн сжимается перед вашей волей. Прекрасная работа, рыцарь. Культ проклятых почти возрожден. Лордерон лежит в руинах. Не понимаю, зачем нам теперь эти фанатики? Они еще пригодятся тебе. Для чего? Ты отправишься в Андеррал и найдешь останки их бывшего хозяина, некроманта по имени Кел'Тузет. Да. Как это неожиданно долго получилось. Ну, конечно, еще всему виной то, что я абсолютно не помню, что здесь к чему, хотя вроде бы карта прежняя. Так что на этом пока что все.